мероприятие прошло здорово. Мне кажется, что детям очень понравилось. И, ну, в принципе, и мне понравилось, и Деме понравилось, всем понравилось. Все круто, классно вообще. Да, впечатления только положительные. Детишки все порадовали, все горели глаза, все хотели поучаствовать в таком виде спорта с клюшкой, шайбой. Ну, очень прекрасные впечатления. Но они были счастливы. Некоторые дети даже достали телефоны, начали снимать. Кто-то кричал «дай пять». Да, некоторые дети даже подготовились, одели кепки, там, свитера «Динамо». Мне кажется, у родителей тоже все много работы, забот, хлопот своих хватает. А вот так не все могут детишкам, например, типа, отдать многие виды спорта, чтобы они что-то попробовали и определились, чем они хотят дальше заниматься. А вот такими мероприятиями они могут сами прекрасно вникнуться в эту сферу и понять, что к чему. Не, в моем детстве такого не было, но если бы такое было, я был бы очень счастлив. На школу была одна, на весь городской поселок у нас такого не было. Во-первых, еще бы хоккеисты пришли, это добавляло бы хороших впечатлений. А если бы еще вместо уроков бы это все было, это вообще было прекрасно бы. Ну, я считаю, что это очень важно и нужно побольше таких мероприятий.